Андрей Соколов был профессиональным спортсменом и никогда не имел проблем со здоровьем. Обычную простуду мужчина решил перенести на ногах. В итоге оказался на операционном столе. Оказалось, у мужчины эндокардит – воспаление в области сердца. Эндокардит – это обычно острое заболевание. Возникает оно у пациентов, как правило, после каких-то переохлаждений или перенесенных острых респираторных инфекций. Чаще всего поражает клапаны сердца. Андрей Соколов уже перенес 3 операции. В 2005-м поставили заплатку на митральный клапан, с которым мужчина прожил 15 лет. А в 2020-м начались серьезные приступы аритмии. После обследования выяснилось, что у мужчины образовалась фистула – отверстие в клапане. Столичные клиники отказывались от рискованной операции, а интернет-поисковик привел жителей Череповца к южноуральским врачам. Все здорово, замечательно, все легко и просто, да, ну, на первый взгляд кажется, но для меня, я понимаю, что сейчас не будет тех вот приступов, они уйдут. Со временем сказали, что все должно восстановиться. Чувствую себя прекрасно сейчас. При осмотре пациента врачи кардиоцентра нашли еще одну фистулу. Операция продолжалась около 1,5 часа. Через 3 дня мужчину выписали. Сейчас Андрей набирается сил в реабилитационном центре и уже через 2 недели полетит домой. Состояние у него было еще достаточно приличным. Но очень важно как раз не запускать таких пациентов. Когда они начинают себя чувствовать совсем плохо, мы им помочь уже не сможем. То есть все переходит, проходит точку невозврата, когда тут только речь пойдет о пересадке сердца. Зачем пациента доводить до такого состояния? Такие пациенты, как Андрей, в общемировой практике встречаются крайне редко. Это первый случай в российской медицине, когда удалось закрыть одну фистулу через другую. Ольга Кокшарова, Василий Ермоленко, Павел Востротин, 31 канал.